Всем привет! Мы сейчас будем играть в Майнкрафт, смотрите. Короче, ребятки, я тут заметил, что в Майнкрафте 1.0.9 существует песня «Лук Батун». Вот знаете, в 1.0.9 в Майнкрафте есть читы. Вот смотрите, ребятки. И тут есть Play Sound команда. Сейчас, ребятки, вот, смотрите, я выбрал кнопочку, и вместо кирпичных ступенек давай вместо досок. Вот, planks. Все. Все доски, смотрите, ребятки, очищены. Смотрите, ребятки, после досок что там шло? Факел, да? После досок шел у факел. Смотрите, ребятки, вот тут вот будет кнопочка, а вот в этом слоту будет командный блок. Сейчас, ребятки, вот, напишу команду «выдать себе командный блок». Без разницы, какой он будет. Вот, ребятки, пускай обычный будет. Вот, смотрите, ребятки, откапываем ямку, ну, и, конечно же, пишем, ребятки, команду. Вот, смотрите. Так, play sound. Когда вы пишете на русском, изменяется шрифт, и по-русскому все не сработает. Смотрите, ребятки, еще вот тут, смотрите, ребятки, параграф можно сюда вот такой поставить и изменить цвет какой-то, допустим, зеленый. А пишите, допустим, калю-малю с помощью буквы К, вот, ребятки. Или жирный шрифт с помощью R. Или серый цвет с помощью R. Вот так вот, ребятки, и работает. Лук-батон у нас фиолетовый, поэтому пишем параграф. И так, два, наверное. А, нет, три. Я, ребятки, все не запомню, какие... Вот, да, вот. Вот это подойдет. И пишем просто... Лук. Батун. Ну, давай мне. Вот, ребятки. И вот тут уже изменяем цвет. Какой-то, ну-ка, ноль, если... 1, 12. Ну-ка. Мне нужен обычный белый цвет. Мне нужен, ребятки, обычный белый цвет. Из G, да, я написал. Из K, нет, L. Нет, Z, X, C, B, B, N, M. Нет, ребятки, я не знаю, какой. 1, это 2, это 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, ну-ка. Нифига себе, какой. Темный. Ну-ка, а 9? А 10? Нет, 0 вот такой. Ладно, ребятки. Сделали мы, так и сделали. Вот, ребят. Давай просто по-обычному напишем лук-батун, и все. Тоже, ребятки, сработает. Смотрите, ребятки, вот тут вот предыдущий вывод, но никак нельзя написать. Смотрите, ребятки, так, закладываем, допустим, камнем. Нет, ребятки, досками, чтобы сочетались. Немножко. Так, доски. Так, командный блок, да, остался. Вот, ребятки, знаете почему? Потому что вот кнопочка такого же цвета, как и доски. Вот смотрите, ребятки, вот так вот его можно заныкать, кнопочку. Думаете, ребятки, ничего, просто обычные доски, но на самом деле нет. Здесь стоит кнопочка вот такая вот. Вот, смотрите, ребятки, все. Наверное, ребятки, у нас получится воспроизвести. Раз,
два, три. Слушайте, ребятки, играет. Эта песня посвящается всем тем, кто ее слушает. Давайте, ребятки, пока играет музыка. Блок на блок на блок, я под себя копаю шашки. Мой не розовый цветок, деревянный кирпич с алмазом. Как я мог быть так глуп, потерять лук батун? Ведь меня тут не было всего пару минут. И что теперь мне делать? Пора отправляться в путь. Мне не нужна эта мелочь, мне нужен мой лук батун. Я беру разбег и прыгаю на батут. Я найду тебя. Как его? Никаких больше как надеть на лошадку крабан? Я тебя найду, краю или в аду. Если надо, я залезу под дроплем пустоту. Но мне не нужен лак, ни сиреньки, ни пион. Мне нужен лук батун, ведь он один на миллион. Где же он, где же он, где же он, где же он? Я в аду, меня газ крепит, но я свалю отсюда. Вот тебе шар, твоя брата. Я приучаюсь сахар. Я поджигаю свой портал, вряд ли увидимся в раю. Где-то вдалеке вижу, там чилобаф летит. Вот, ребятки, ну-ка, верни мне. Это мой цветок, жизнь в розовых очках. И не убьет больше пыльца, пусть распыляет чилобаф. Я тебя найду, в краю или в аду. Если надо, я залезу под дроплем пустоту. Но мне не нужен маг, ни сиреньки, ни пион. Мне нужен лук батун, ведь он один на миллион. Где же он, где же он, где же он, где же он? Смотрите, ребятки, тут кажется, что... Смотрите, ребятки, тут надето седло. Все, ребятки, музыка кончилась. Видали, ребятки, можно воспроизвести музыку лук-батун. Вот, ребятки, так, лошадка, отвернись. Смотрите, ребятки, тут надето седло обычное. Если, ну, допустим, можно надеть кроватку. Но смотрите, ребятки, тут кажется, что... Смотрите, надета кроватка. Смотрите, ребятки, просто надет кроватка. А, вместо конских доспехов... Ну-ка, а можно, ребятки, прописать... Цем, так, entity... Е... Слот... Д... Опять пишем replace item... Я случайно на Enter нажал. Entity. Так, T. E. Slot. Опять же мы пишем Saddle. Так, Slot Saddle. Два уже. Ну и допустим, опять же кроватка. Bed. Ну-ка. Вторая же ячейка. Ну ладно, ребятки. Все, нам придется с вами заканчивать. Такой вот, ребятки, Майнкрафт я вам показал. Если понравился вам этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Никита, с которой играла музыка Лук-батун. И все, всем удачи и всем пока!